Муня? Уже Муня. Друзья, всем привет! Мы снова в Нижнем Новгороде, а на мне сегодня какая-то странная штука, и Дмитрий Юрьевич, как я понимаю, будет сегодня без голоса, мы его не услышим и даже не увидим. Ждем? Вырежешь? Подойдите, пожалуйста, к стойке информации у входа в магазин IKEA. Спасибо. Итак, работать будем сегодня в следующем формате. Мы находимся в отделе ванной, и по многочисленным просьбам подписчиков, которые вообще никогда не попадают в IKEA, попросили показать, что есть для организации хранения ванны. То есть, ребят, это будут и крючки, и вешалки, и корзины для белья. То есть, ну, такой обширный обзор. Для тех, кто первый раз попал на наш канал, представлюсь, меня зовут Просин Татьяна, я из города Саранска, за камерой, держащую в руках мой супруг, Просин Дмитрий. Мы являемся действующей службой доставки товаров IKEA в городе Саранск, находимся на Большевицкой, 85. Вот поэтому мы так много знаем, и поэтому на нашем канале уже более 70 тысяч подписчиков. Мы возим товары IKEA уже 11 лет, там без малого, там нескольких дней уже даже, когда выйдет это видео. Итак, поехали! Смотрите, мы, конечно, ну, не совсем идеальное начало, но раз уж мы заявили, что все для ванны будет, корзина – это первое, что стоит здесь. Гибкая корзина для белья. Туркиз. Очень люблю этот мягкий тазик. 35 литров, 700 рублей. Сминается как угодно, не ломается. Мы проводили эксперимент, оставляли его на целую зиму на улице, но только было в другом немножечко оттенке. Качество материала не изменилось нисколько. Дим, будешь этикетку, артикульный номер показывать? А еще в нем можно купать кого-то. Аленка у нас иногда попой в нем сидит. Так, данной корзины для белья нету пока в наличии. Она изготовлена вручную из ротанга. Сразу скажу, подобные были, давно вышли из ассортимента, вот такой вот конической формы. У нас они уже живут 3 года. В идеале чехол здесь съемный. Можно использовать не только под грязное белье. У нас, например, стоит на кухне вместо уличного холодильника 2 корзины. В одной складываю грязное белье, ничего не видно, а в другой у меня там всякие приблуды лежат, тоже ничего не видно. Очень удобная корзина, стоит она 3500, в магазинах бывает, честно, редко, то есть ее прям надо ловить. Единственное, что учитывайте, пожалуйста, что это натуральный ротанг, поэтому он требует такого надлежащего ухода, аккуратности, на него сверху садиться нельзя, поэтому если покупаем эту корзину, любим ее нежно и не издеваемся над ней. Дальше, корзина для белья филе, тоже очень классная, плотненькая. Здесь у нас металлическая обвязка во всех вот этих, да, штучках идет в сложенном виде. Она вот такой вот маленький кружочек. Очень удобно, когда там на временном жилье каком-то живете, не занимает места, легко сцепить между собой. Большой объем, и еще я рекомендую ее как корзину под игрушки. Почему? Она более твердая, более плотная, чем корзины стандартные для игрушек. Место занимает меньше, и ключевое, корзина для игрушек обычно бешеных цветов, зеленые, синие, красные, любые, кроме белых. А здесь такой спокойный оттенок, и вы можете подобрать под любую комнату. Стоит 900 рублей, 899, Дима, этикеточку покажи, пожалуйста, 80 литров почти. Дальше будут 2 вот таких мешка для белья, Плумса и Клунка. Вот Клунка у нас дома живет, мы ее используем, дети складывают туда, когда разбирают кровать в детской, декоративные подушки, плед, то есть все вот в эту корзину. Значит, смотрите, корзины из специально непромокаемой ткани, они держат форму, чем набьете, да, и очень многие покупают их под игрушки. Вот такая стоит 800 рублей, но за счет чего? Здесь ручки с имитацией кожи и расцветка такая более черно-белая, более взрослая. Плумса 60 литров, черное. Пластиковое покрытие защищает от влаги. То есть, если что-то влажное сюда положить, ничего не потечет. Дим. Чем мы отличаемся от других каналов? Что мы залезем везде, куда люди не лазили. Ручки покажи, пожалуйста. Угу. Донышко. И этикетка. В
Вот мне чего, например, не хватает в Икее в таких мешках однотонного, чтобы можно было заказать, например, вышивку. Ребят, клунка не отличается ничем. Точно такая же ткань, такое же покрытие, такое же дно. То же самое прорезиненное. Только за счет расцветки и обычных тканевых ручек она дешевле на 100 рублей. А дальше мой любимый модуль Scoop. У кого маленькие узкие шкафы, и у вас куча вещей, каких-то несезонных, которые вы не знаете пока куда деть, будете пользоваться, не будете пользоваться, вот сюда, вот в этот ящик уместилось у меня два ящика большого комода. И очень мало места занимает. Стоит она 500 рублей, 80 литров. Она на металлической опоре, легко разбирается, это все достается, я уже не раз ее стирала. То есть с опоры вы ее снимаете, опору достаете, сам мешок... можно постирать. Честно, куда только не берут. Очень многие ставят в коридор, складывают, упаковывают, например, несезонную обувь. Поэтому функциональность очень большая. Не обязательно использовать по назначению. А, вот она. Банкинс. У нас точно такая же, только в коричневом цвете. 3000. Ребят, очень удобно, стильно смотрится. Опять же, здесь фанерка, досточки. Ну, поэтому поаккуратнее. Все-таки такие корзинки требуют надлежащего к нему ухода. Так непривычно, Дима молчит, вообще как будто нету. Если чувствую говорящей головой. Этикетку ты покажешь? 50 литров. Так, идем дальше. Очень классные мешочки для белья. Стоят всего 200 рублей. Честно, я пробовала покупать на AliExpress подобные, но они разваливаются быстро. Вот эти мешочки у меня живут уже несколько лет. Очень удобно. Дим, вот сюда, с уголка. Очень удобно для каких-то деликатных стирок, колготочки, прочее. Главное, что один черный и два белых. И белый, причем здесь маленький. В маленьком я стираю у дочек там капроновые гольфики, вот такие, да, мелочушку и воротнички для школы. Продается это вот в таком виде. Это для тех, кто, допустим, заказывает почтой. Имейте в виду, что это, с этим ничего не будет, очень хорошо все упаковано. Так, ну я не знаю, как это. Это относится к аксессуарам для воды? Почему нет? Это мочалка. Ну, мочалка. 180 рублей, 3 штуки. Обычно я не люблю вот эти вот вязанки, потому что очень быстро нитка из середины вываливается, такая колбаса. Этими мы пользуемся с лета. У нас две пачки дома в ходу, идеальные мочалки, даже вот сейчас с собой в чемодане, из гостиницы мы уже выехали, одна такая мочалка зеленого цвета. Мочалки классные, а если еще по акции, вообще цены нет. А, так, до карусельки дойдем. А скребок, ну, это, наверное, одна из таких, да, must-have'ов Икеи, которым пользуются все. Стоит там всего 100 рублей. Очень удобно и для окон, и для автотранспорта. Можно насадить на палочку. Стоит всего 99 рублей. Кто-то скажет, ну что, могли бы палочку в комплект. Ребят, будет другая цена. Кому-то нужна эта палочка, кому-то не нужна. Главное, вот эта часть гнется. То есть это резиновые, и не трескается. Но мы очень много их перевозили, и они постоянно в заказах. Вот он, скребок. Лиль на один. А дальше вот такая баночка с прищепками. Их жалко, ее нет. Хотела их показать. Прищепки. А, нет, здесь немножечко другие прищепки. Это тазик для прищепок. А корзина плюс 30 прищепок, стоит 250 рублей. Артикул 503, 794, 62, если будете искать на сайте, но только имейте в виду в России, потому что в других странах другие артикульные номера. Хороший плотный крючок, и главное, здесь можно их хранить. Обычно прищепки у всех где? Валяются. Я не знаю, как у вас, у меня валяются. Сушилка с 16 прищепками. Осьминожка по-другому называется, даже глазки есть осьминожья. А носочки, гольфики, какая-то мелочушка, тоже очень плотная, крепкая. Но вот она у меня до сих пор еще живая, и она никуда не улетает, как бы, да, не развалилась. Здесь прорезиненные части, но как бы я не использую их по назначению, поэтому только за прищепки. А дальше сушилка для белья настенная, она раздвигается. Мы сейчас, конечно, этого не сможем сделать, потому что она зафиксирована. Стоит она сейчас 2500, от 67 до 120, нержавеющая сталь. Ребят, очень многие берут как вешалку под полотенце, когда там, да, в ванной нужно что-то сложить, полотенце кинуть, халат, и при этом, если нужно, у вас есть дополнительное место для сушки. Господи, а, крепежики. Вот эта часть раздвижная, ты показал ее? По принципу телескопической трубки. Полностью из нержавейки. Вообще вот эта вот линейка Грундаль очень хорошо себя показала. И брака, кстати, по ней не было ни разу. Барстат. Очень многие спрашивали, вернется ли или нет. Ребят, Барстат оставили в основной коллекции только кое-что. То есть такие вот, да, мелкие вещи. И то будут возвращения, не будет, никто не знает. Коллекция была ограниченная. Польские щетки.
299 рублей, здесь бук, здесь щетина. Ну, казалось бы, да, но в любом магазине можно купить щетку. Блин, оказалось, нет, мы взяли, потестили, не мнется ворс и не вылазит. Дальше, вот такая вот щетка для обуви. Здесь у нас мягкая ворсинка, здесь более жесткая ворсинка. Вот она, 349 рублей. И вот такая щетка для одежды, 399 рублей. Все из бука, они полностью все Made in Poland. Артикульный номер. Угу. Так, дальше давай разбираться. Вешалка с крючками Барстат. Тоже можно использовать для сушки. В общем, куда хотите. Очень многие берут как декоративную штучку. Значит, одна клиентка повесила ее где-то над туалетным столиком. Каким-то образом сюда муж придел лампочку. И, в общем, такую красоту сделал. На кухне кружки вешать. На кухне кружки, видишь, что думаешь? Но только ее надо зафиксировать. Ну, не фиксировать, а просто, чтобы они все были. Ну да, да. Одну снял, другие уже перевесили. Так, вот такая вот подставочка для бутылок. Но на самом деле можно использовать куда угодно. Стоит 600 рублей. Это она сейчас в собранном виде. В разобранном виде вот. Это ручка. Здесь 6 отделений. Тоже можно для бутылочек, для шампуня, для прочего, если вы хотите красиво организовать хранение. Кому-то это очень актуально бывает и мучаются, не могут найти что-то подобное. А, так, дальше линейка Good Margon. Появилось много новых приблудушек. Набор контейнеров 2 штуки за 399 рублей. С разделениями. Вот такие вот вставочки, которые можно легко использовать куда-то в ящичек, на полочку положить, даже просто вот, да, друг на друга сложить. А дальше мини-комод с двумя ящиками Good Margon, 599 рублей, вот он. Здесь два ящичка, прозрачный, раз, второй прозрачный тоже с разделением. Размерчик 32-28 на 10. Это уже классика. Good Margon 999 рублей, ящик с отделениями. Очень многие мужчины называют это ящиком для косметики, то есть сюда можно сложить все, что угодно. Но вообще он для этого как бы и предназначен. Сюда складывают помады, тени, в общем, кто для чего. Очень популярен, особенно в преддверии праздников. Его начинают скупать и дарить подружкам, женам и так далее, кто кому. А дальше, мы сейчас уже приближаемся потихоньку к аксессуарам, таким как дозаторы, там, мыльницы и так далее. Значит, это бамбуковая линейка Dragan, 499 рублей. Тоже хорошо себя показала за все время. Один раз только было потемнение у клиентки, то из-за неправильной эксплуатации в ванной было очень влажно. 500 рублей стоит дозатор для жидкого мыла. Здесь у нас бамбукушка. Пластиковая бутылочка. Пожалуйста, налили, вставили, закрутили. То есть прям классический такой дозатор, очень аккуратно, красиво выглядит. Из этой же серии набор для ванны 4 предмета, это у нас коробочки. Их очень часто берут просто набором, а вот эту малую используют для мыла, как мыльницу. Здесь под что хотите, куда хотите. 699 рублей. 4 коробочки. Размер, если найду, размеры 15, 10 на 11 и 17, 12 на 12. Так, это мы дальше. Держатель для зубных щеток. Вот он, 299 рублей. В принципе, он ничем нет. А, донышко у него потеряли. Вот здесь вот такое донышко. Размерчик точно такой же. Еще учитывайте момент. Дим, покажи, пожалуйста. Бамбук, так как это натуральный материал, может отличаться по цвету. Это нормально, это браком не является. Так, плетеный набор шкатулок Фрюкин. Его просто меняют по названию и цене, а так он в Икее уже очень много лет продается. Маленькая шкатулочка, средненькая шкатулочка, это водоросли. И побольше, стоит 800 рублей. Тоже нареканий по качеству нет, но понимаете, да, что воду не макаем, красками не пачкаем. Применяем по назначению. Набор коробок 3 штуки, уже побольше. Здесь даже ручечки маленькие предусмотрены. Стоит 1000 рублей ровно. 23, 17 на 14. Это общий размер. Одна большая, две малых. Тоже куда хотите. Если ванна по стилистике такая, то применяйте. Вот про эту штучку очень много вопросов. Саксборга. А можно ли ее для специй? Ребят, ну, конечно, в теории можно, но так как неплотно прилегают крышки, запах все равно будет. То есть специи нужно хранить там, где они должны храниться. Все это в пробковой подставочки, стеклянные баночки. Вообще это, ну, вот именно для таких целей, для красоты, для украшения, для эстетики. Набор подносов из этой же линейки Саксборга. Артикул покажешь?
Вот они с разделителями именно. Честно, заказывают редко, но кто берет именно вот, да, тут какие-то вещи, кто-то для украшений, кстати, девчонки берут, в комоды складывают. Ой, вот эту штучку мы повезем в подарок в Тольятти. Ольге, она мне давно уже куплена, никак не отдам. Коробка с зеркальной крышкой. Коробка пластиковая, но с имитацией под камень. Здесь разделители. Это зеркальце, его можно поставить. Что у меня, челки сегодня много впереди. Внизу еще одна коробочка и еще одна. Ну, это чисто такая, знаете, девчачья. Мужчины вряд ли сюда свои болты с гайками будут ложить. Так, ну, держатель для утюга, мне кажется, все-таки эта тема больше кухни, наверное, да? Да. Как-то не совсем ванна. А, так, Годмаргон, контейнер с крышкой, 5 штук с хорошей скидкой. 100 рублей, ну, тем не менее, скидка. Раз, два. Вообще, Годмаргон, ну, в принципе, нет. Более жиблым не стал пластик. 3, 4, 5. Вот такой наборчик. 24, 20 на 10 общий размер. Использовать тоже можно куда угодно. Хотите выдвижной ящик в ванной, хотите просто, да, куда-то в стол. И, ну, на самом деле, беру, куда только вот по-честному не берут. Продается очень давно. Много-много лет. Вот эту штуку не вижу. А, вот она. $799, полка для ванны Havern бамбуковая. Очень удобно, мы в свое время искали подобную полку, не могли найти. Знаете, для чего часто берут? Ставят в ванну, бокальчик вина, телефончик, вкусняшка. Ну, телефон это лишний. Ну, ставит. После бокала вина он может упасть. Стоит $800. Так, мы плавно перемещаемся. У нас еще вот эта стена вся, покажи, пожалуйста. Ну вот, и та стена. Надеюсь, я сегодня не охрипну. Свардшон. Металлическая линейка. Она периодически выходит из ассортимента, периодически обратно в него возвращается. Это не отсюда, немножко приберем. Но рекомендовала себя серия классно. Она для ванны, но по факту можно куда угодно использовать. Вешалка с крючками, 5 крючков за 300 рублей. Двойной крючок за 149 рублей. Большой крючок, пока его нет в наличии. И держатель для туалетной бумаги. Прям на ручку даже похож, да? Вот здесь он достается, снимаете, ТБ вешаете и используете. Давай разбираться по ценам. Держатель туалетной бумаги. 199 рублей. Большая вешалка 299. Двойной крючок 149. Одинарного нет. Она полностью металлическая. Тофтан тоже металлическая линейка. Пластик только вот здесь. Давай разбираться. Я ведь все равно разберу. Что она так наливается? Что, снять нельзя, что ли? А помыть захочу. Нет, как-то она снимается. Ладно, ломать не буду. Косятся на нас уже продавцы. Просто не пришли, опять всю выставку поломали. Так, стоит 400 рублей. Цвет только белый. Где? В линейке еще дозатор, ой, держатель для зубных щеток. Больше ничего. 299 рублей. То есть два предмета. Следующая линейка. Вокстан. А сразу хочу ответить на вопрос, если он у вас возник, почему мы линейки не разделили. Ребят, ну смысл? В одной линейке две штуки, в другой три штуки. Ну ни о чем будет обзор, поэтому все вместе. Значит, полка стеклянная Вокстан. В наличии на данный момент ее нет. Нет именно вообще никакой. Нет, кроме вот этой. Это штанга. Это полка стеклянная и еще одна полка стеклянная. Значит, за 799 рублей 44 на 13. А, имитация полностью как у штанги, только еще вставлена стеклянная полочка. Дим, как ты можешь подлезть? Большая, не отличается ничем, кроме размера. 64 на 13. Штанга для полотенца 63 сантиметра. Под хром. То есть, вот, ребята, один в один. Видите, даже незаметно кажется, как будто все это штанги. По факту это штанга, полка и полка. Так, а дальше линейка Вокстан. Она, конечно, у нас побольше. Прям порядок наводим. Так, стакан. 149 рублей. Вот он. Ой, кто для чего берет? Вплоть до того, чтобы ротик полоскать. Ну, вообще, это кто-то под щетки берет. Артикул показал?
Угу. Держатель для туалетной бумаги 499 рублей под хром. Сейчас покажем его вживую. Вы, кстати, заметили, что я ничего не охамила и не нашла никаких косяков. Потому что на самом деле аксессуары для ванны, они идеальные. Они не гниют, они не ломаются. У нас крючкам первым лет уже 10-12, и выкидывать жалко, потому что целые. 500 рублей. Классическое. Скрипучее только, вот, да, жуть. Так, дозатор для жидкого мыла. Стеклянная банка. Стандартный закручивающийся. Из тонкого металла. Кстати, продаете без каких-либо упаковок. Имейте в виду, может быть пошарпанная. Вся информация прячется вот здесь. Ну ладно, я не буду дербанить, я этикетку покажу. Крышка. Стекло. Крышкой, так, стакан и шар стекло, а крышкой насос нержавеющая сталь. Вот она. Так, а в Окснан дальше у нас полочки идут. Вот такая вот навесная полка со штангой для полотенец. Сейчас со скидкой 600 рублей. Скидка очень приличная, поэтому кто думал, берите сейчас. Значит, здесь 1, 2, 3, 4. И вот эти маленькие шайбочки очень хорошо использовать как крючочки. На них тоже можно что-то вешать. А, так, дальше. Вот такая вот вешалка в линейке Вакснан. 699 рублей. Показывать не особо удобно, потому что они все, в принципе, попрятанные. Вот. А, вот она. 700 рублей. Под хром. Дальше в этой линейке есть крючки. Нет, не в этой линейке. Брогрунд. Как-то сюда затесался Брогрунд. Ну ладно, обозрим заодно. Крючок, две штуки, нержавеющая сталь. Артикул 803-497-51. Размер, к сожалению, нам указать забыли. Ну, визуально сантиметров 7, наверное, на 2. Две штуки в комплекте. Значит, побольше полка. 68 на 28. 20 сантиметров разница за 1800. Лучше 2 по 48 купить. Более выгодно сейчас. Ничем не отличается от малой, только размером. Итак, линейка... Ой, а у нас еще... Так, линейка Тискин. Мы ее покажем отдельно. Или сразу по пути. Ну, давай, да, потом еще. Значит, линейка Тискин. А очень много вопросов, не отлипаются ли крючки. А, ребят, липучка на самом деле очень крепкая. А, здесь хороший крепеж. Я вот даже отодрать его не могу. То есть вот. Он не приклеен, просто прилеплен, как бы вы прилепили к плитке. Здесь плитка. Стоит 300 рублей. Вода стекает из отверстия. Размер у нас... Опять не прописали. Блин, как бы мне ее отодрать, чтобы... Или не надо? Да, ладно, не буду ничего отдирать. 10, примерно 20 на 10. Ну, примерно. Точных размеров нет, на память не вспомню. Так, это из линейки Барстат, остатки дозаторов. Остались только такие. Была в прошлом году прямо на драке собакам за этими бутылками. А, Тискин крючки, два крючка, 200 рублей. То же самое, то есть крепеж у всех крючков одинаковый. Цепляет намертво. Кальгрунд. Тоже классная линейка, металлическая, полностью из нержавеющей стали. Но она прям вот поредела-поредела. Остались только стаканы для зубных щеток. Стоит он 500 рублей. Хромированный. Так, секунд. Дальше. Дозатор для жидкого мыла. 600 рублей. А сейчас найдем коробочку с дозатором. Вот она. Сделаны они в Китае. Но Кальгрун тоже хорошо себя зарекомендовал. Раньше было очень много штучки для подвешивания круглые, но сейчас, к сожалению, нет. Держатель туалетной бумаги 700 рублей из линейки Кальгрун стоит. Ну, не так, конечно, как Вакснан, но тем не менее поскрипывай. Крючки с Кукхаль 300 рублей за 3 штуки. Все-таки вот эти крючки отваливаются. Их за что-то надо крепить.
на клейкой ленте у нас висели во многих местах, и все поотклеивались. Поэтому эти моменты тоже учитывайте. А дальше сварчон. Ну, здесь почти ничего не осталось, только дозатор. Был еще стакан. Была еще мыльница, очень красивая синяя серия из пластика. Ну, даже не догадаешься, что это пластик. Так, ну, адекватное соотношение цены и качества. 299 рублей она стоит. Ну, посветлее он все-таки вживую. Так, смотри, у Кокальгрунда я еще нашла вешалку. Штанга для полотенец 1363 сантиметра. Такого углового наклона. Соответственно, тоже все из нержавейки. Раз, два. Две штанги. И у Кальгрунда, ну почему-то она... А, нет, она вот повешена. Ну, как-то так раскидали серию. Брогрунд. Мы с вами смотрели крючки. Есть вот такой контейнер. Набор коробок из трех штук. Тоже очень удобно всевозможные приблудочки в ванной складывать. Так, набор Брогрунд стоит всего 300 рублей. С точно такого же пластика. Значит, здесь у нас мыльница, здесь у нас стакан. Хотите под щетки, под пасту, хотите под что-то другое. И дозатор такой аккуратненький, смешной. Я знаю, что многие берут на кухню, сюда складывают губочки, сюда какую-нибудь приблудочку. А, так, попробую найти, но нету, к сожалению, наборчика. Возможно, просто тупо нет наличия, либо закончился. А, так, дальше идем. Здесь у нас, уже сказал, что вперемешку. Кальгрунд, полка 900 рублей, 62 на 11. Здесь она, кстати, имейте в виду, она очень хорошо крепится, загнутый угол. И стекло здесь с отверстиями, да, то есть она никуда не убежит. Это очень важно для таких вещей. А дальше, на Брогрунд, вешалка для полотенец, три предмета. Причем, смотри, телескопик, тоже очень удобно. Стоит всего 900 рублей. Ну и, соответственно, нержавейка. Так, ищем, ищем, ищем. Вот артикулинозу. Угу. Крючки мы с вами посмотрели. Так, а дальше. Брогрунд держатель для туалетной бумаги. У нас дом такой живет. Давно уже живет, года два, мы довольны. Ничего не заржавело. И, как говорю, лайфхак. В каком-то обзоре уже не раз говорила, когда шторку для ванны куда-то нужно заделать, берите вот такие держатели туалетной бумаги, шторку туда загоняете, и красиво, эстетично. Балунген не особо давно появился, но тоже хорошо себя зарекомендовала. Пока в линейке не сильно много предметов. Это стакан за 349 рублей, такой хороший, еще с ножками. То есть, ну, по крайней мере, не просто стакан смотрит. И дозатор для жидкого мыла. Объем, к сожалению, не пишут, тоже на такой же основе. Здесь стеклянная колба, металлические части, ну такой полноценный дозатор для мыла. Так, мочалки мы уже показывали. Это мы показывали. А, Брогрунд. Еще есть штанги для полотенец. Значит, вот это вот за 1300. 1, 2, 3, 4 штанги у нее. Размер 62 на 67 на 27. А дальше вот такая поменьше. 67 штанга для полотенец. То есть здесь, если это полка со штангой для полотенец, здесь уже просто штанга. А размер у нее 67 сантиметров. Ну, по глубине сантиметров 15, не больше визуально. Разницы нет никакой. То есть их можно даже друг над другом сделать. А дальше из этой же серии вот такая дверная вешалка Брогрунд. То есть можете зафиксировать, можете просто повесить. Можно еще, там есть крепеж, позволяет вот сюда ее прикрепить, не цепляя за стену. Тоже очень удобная штучка. А, так, Эколь. Это у нас керамика, ребят, поэтому с ним, пожалуйста, аккуратненько. Колятся они только в путь. Каменная керамика. А, значит, верхний слой по ощущениям как будто бархатный, прорезиненный. Софт-тач. Софт-тач, да, вот такое вот ощущение. Здесь у нас пупырники, чтобы мыльце не скользило. Значит, бежевый цвет, Дим. Светло-красная 199 рублей, темно-серая тоже 199 рублей. Покажи артикульный номер и перейдем дальше к цветам. Так, дозаторы, ну не дозатор, стакан для, для зубных щеток. Бежевая, показал? Цвета сейчас покажем всем. Дальше светло-красный и темно-серый. Так, значит, вот он, темно-серый цвет, почти черный, но очень красивый. Вот он. Светло-красный, ближе к кораллу. Но дозатор, ребят, просто пушка. Очень красиво смотрится. Прям как фляжечка. Такие эстетичные, красивые. Но с ним, пожалуйста, аккуратно. У нас у мамы у Димины зеленого цвета набор. Но мыльница уже кокнулась. Поэтому здесь имейте в виду. А дальше, смотрите, линейка Skogs Weekend. Дим, побольше можешь показать? Смотри, какое необычное решение. Значит, это контейнер Брогрунд из набора на держатель туалетной бумаги. Можно как мини-полочку использовать.
149 рублей всего. А вот оно. Пойдем сюда. Это сюда. Всего 149 рублей. Металлический крепеж, как Дима сказал, когда мы снимали новинки, возьмет и перекрасит. А дальше это полка для полотенец, штанга. 499 рублей. Вообще линейка получилась очень удачной, когда можно все сочетать друг с другом. А здесь вот такие подносики по 49 рублей. Вот они. Для чего хотите? Просто когда они появились, мы думали, что это кухонные. Клиенты, когда заказывали, говорю, о, какие маленькие. Поэтому размер смотрите обязательно. Вот на эту штангу для полотенец очень аккуратно вмещается 4 вот таких контейнера. Дальше крючочки. Они и настенного, и надверного крепления. Тоже в Китае 604-287-11. Всего лишь 149 рублей. Ой, какой 149? Всего 79 рублей за две штуки, очень дешево. Дешевле не найдете. Хороший крепкий металл, можно куда-то пришурупить еще и там на стол, например. Линейка Балунген тоже здесь затесалась. Значит, за 500 рублей у нас двойной крючок. И за 699 рублей в наборе два одинарных. Крючки очень крепкие, многие берут их как дополнительно куда-то в гардеробную, в шкафчик, на стол цепляю, знаю клиенты, чтобы, например, рюкзак либо сумку вешать. Тоже очень удобно. Здесь вот его криво повесили, не развернешь. Так, дальше пойдем. Самый бюджетный, вот самый, это у нас дозатор Такан. Кстати, лайфхак, есть у нас дропар, вечно путаю название, для сахара. Колба. Значит, для сахара колба, она стоит 200 рублей. Если вы разбили вот эту стеклянную часть, спокойно берете за 49 рублей дозатор, это выкидываете и ставите колбу. Но это все дешевле, чем за 200 рублей новую покупать. Всего 40, сейчас 59 рублей, на 10 рублей подорожал. Так, Энуден потихоньку линейка уходит. Держатели туалетной бумаги у нас его уже нет. Покажу просто, чтобы вы понимали, что он есть. Стоит он 300 рублей. Металл и пластик. Но показать больше ничего не могу, потому что его тупо нет. Брогрунт, дверная вешалка, мы ее уже показывали. Мы не будем показывать заново то, что показывали. А дальше настенные дверные вешалки. Вакснан 699 рублей на 6 крючочков. И Энуден 299 рублей тоже на 6 крючочков. Чем отличаются? Ребят, ну дизайном, а фактически, то есть одно и то же. У нас такая вешалка у родителей уже много лет висит, очень удобно для полотенец, ванны, еще куда-то. Очень многие берут просто на стену в комнату, не в ванную, то есть там, да, пришли какие-то вещи стены. Ой, дим. А дальше зеркала. Зеркало Брогрунд. С одной стороны, Дим, у себя показывай. И увеличивает. Как ты там? Большая булочка? 999 рублей. Брогрун 403-497-53. И есть еще Фрек. Мы, кстати, их показывали в зеркалах, поэтому можете посмотреть. 479 рублей. А Брогрун, вот, все. То есть я его выдвинула на максимум. По исполнению Брогрунд гораздо плотнее. А дальше вот это, не знаю, знаменитейшее киевское зеркало. Есть, наверное, в каждой семье. Трендсум 399 рублей. Главное вот здесь вот эту часть закрепить. Мы используем у нас 6 зеркал в офисе Siberian Wellness в Саранске для мастер-классов уходовых. Тоже очень удобно. Второй год живут идеально. Пока еще никто разбомбить не смог. Не могу не рассказывать про эту штучку. Очень классный наборчик. Наборчик стоит сейчас, если я не ошибаюсь, 300 рублей. Да, 300 рублей. Фарфина. Это у нас для путешествий. То есть здесь силиконовая косметичка и много всевозможных контейнеров. Ключевое для тех, кто летает и кому важен вес ручной клади. Здесь указан объем. То есть вы можете легко просчитать вес. Мы пользуемся уже 2 года. Очень легко все это моется, снимается, постоянно используют для наших поездок, командировок. Плюс здесь есть дополнительно еще вот такой вот кармашек, в него положена воронка, чтобы, например, перелить шампунь. И где-то еще должен быть скребочек для крема. Но так как я пользуюсь только Siberian, и там есть мини-версии, которые просто тупо беру в дорогу, не надо перекладывать, не надо, скажем так, размазывать. А так набор удобный, recommendation. Зеркало Tisnan тоже настольное, подходит для влажных помещений, поэтому оно стоит здесь. Стоит 1500, более детально рассматривали в обзоре зеркал. Что про него хочу дополнить? Неубиваемое, но, блин, ничего неубиваемого нет. Если лобушком об полушку, то оно и в это и превратится. Так, у нас остались еще всякие подвесные штуки. Рассказываем уже заодно? Поехали. Полка для ванны Брогрунд.
стоит она сейчас 900 рублей, 25 на 4. Очень хорошая штанга, сразу скажу, не ржавеет. Мы покупали подобную в Леруа, она у нас уже вся удохла. Вот такие дырчатые вставочки для того, чтобы вы, например, ту же мочалку кинули, и у вас это все дело стекало. А дальше корзинка для душа Эмель. Пожалуйста, аккуратно, когда покупаете, очень часто бывает так, что вот этих вот липучечек, просто нету. Нам несколько раз приезжала в службу доставки, ну, как бы отдают, да, заказ уже упакован, мы не можем проверить. Сейчас по Family 500 рублей, обычная цена 600 рублей. Продолжаем пластиковую липучую серию. Вешалки Лошон очень часто берут как ручки. Очень красивый, 249 рублей, большая красная, большая желтая, и вот таких малышариков 3, но здесь какие-то звери порезвились, уже поотдирали. Вешалка для полотенец на присоске тоже раздвижная, 499 рублей. Не указано, от скольки до скольки. А, вот, на упаковке. От 53 до 83 раздвигается. Знаю, что некоторые берут их в детскую вместо рейлинга, когда не хотят сверлить ничего. Ну, только поверхность должна соответствовать, потому что за обои не факт, что зацепится. Дальше у нас держатель для мыльницы на присоске. Она вот. Дим, удобно так? 179 рублей. Артикульный номер 303 812 82 14 на 9. Ну, это тоже к ванной относится, но куда только их не берут. Гесан, два стаканчика. А нет, один стаканчик. Либо синенький, либо красненький цвета. Подожди, они же двойные всегда были. Значит, вот так тоже кто-то порезвился. 200 рублей, то есть по 100 рублей за стаканчик. Пластик такой же, как я уже говорила, в ProGrund, как у линейки Варьера. И поэтому их очень часто берут на кухню. Ну вот, внешне, внутри ярко-красные не всегда устраивают людей. Так, это у нас держатель для туалетной бумаги. 129 рублей на присоске. Не буду сейчас его дербанить. Тоже легко пользоваться. Очень хорошо, вот видите, да, на плитке все это прицеплено. Ну, реально крепко держит. Так, вот это тоже очень классная штучка, почему-то нет. На выставке отодрали, это держатель для ручного душа. Очень удобно, когда, например, там, ну не знаю, ну что-то произошло, но не, вам нужна дополнительная держалка. Так, ребята, это держатель для зубных щеток, мы нашли один отклеившийся, то здесь тоже нужно все без, зачистить, обезжирить, чтобы он хорошо прилепился. То есть вот она сама липкая часть, вот таким образом это все соединяется, но здесь нужно все-таки, да, аккуратно все вставить. Стоит он 299, если не ошибаюсь. Ой, вообще 149 он стал стоить, то есть вполне достойно. Ну, кстати, очень удобный выход для, например, съемной квартиры, либо когда вы не хотите сверлить плитку, ну, зачем, да, если есть возможность что-то прилепить, не сверля. А крючок две штуки, 399 рублей, вот с такой еще оцинковкой. То есть есть просто пластик, а есть еще вот такой крючок на липучке. Поэтому выбрать есть из чего. И еще есть, очень я ее люблю, угловая корзина. Из нее некоторые делают вот такую вот этажерочку в ванной для всяких мыльно-рыльных. Дырочки тоже, соответственно, присутствуют здесь. Что-то от чего-то, не от нее. 349 рублей. А вот, кстати, как выглядит держатель для душа. Кто-то здесь его пожалел и прилепил. Разворачиваемся. У нас остались щетки для унитазов. В тему? Так, смотри, а есть две бюджетных. Вот это 79 рублей, Бальмены. Не знаю, почему вывели из ассортимента белый, но была очень популярная. А здесь ничего не съемное, почистил, попользовался какое-то время, запачкался, выкинули. И вот эта бюджетка, очень многие клиенты берут просто тупо на год сразу 12 штук, месяц пользуются, выкидывают, и детям на игрушки берут, у кого дети, как у нас, например, младшая фанатела от ёршика для унитаза. Пока здесь наша камера сходит с ума от количества съемок, которые приходится испытывать, я разобрала щетку. Значит, смотри, сама здесь все полностью металл, нержавейка, есть емкость, да, для водички, прорезиненная часть, скользить не будет. Щетки съемные. Можно поменять, не меняя саму щетку для унитаза. Ну, сам механизм. Единственное, что пока их в Икее нет. И нет уже давненько, больше месяца. Поэтому, как появится, ловим. Дальше. Это у нас Кальгрунд. Здесь вот она такой формы интересной. Ну, кому-то тоже нравится. Такое большущее ведро. Здесь внутри пластиковые части. Ну, не знаю, насчет ухода, мне кажется, не особо удобно. Удобнее все-таки вот такие. Так, Экольнен, 599 рублей, как уже говорилось, темно-серый, розовый и бежевый. И, кстати, еще зелененький. Покажи зелененький цвет, какой у мамы достался. Угу.
Вот этот ассортимент уже из ассортимента вышел, но в некоторых магазинах есть. Он такой красивый. Так, это у нас Брогрунд, 899 рублей. Я не знаю, зачем мы ее вот сюда привинтили. Подожди. Вообще такое ощущение, что крепеж к ней идет. К стенке, думаешь? Контейнер. Такой пластик, ручка, заглушка, опора. Да, к ней и идет. Я бы сейчас вот еще упаковочку посмотрите. Да, в комплекте. То есть его можно поставить, а можно повесить. 899 рублей. Они все продаются в коробочках, поэтому для транспортировки проблем нет. А дальше переходим в колбах. Самые бюджетные — это Барен, 399 рублей. Единственное, что, ребят, мягкий. Мы по этой причине домой брать не стали. Я не помню, какая у нас. А у нас, по-моему, ее уже сейчас нет в ассортименте. 399 рублей. Дальше. Энуден. Щетка для унитаза. Ее почему-то нет в выставочнике. Кстати, у Энудена более плотная железка. Всего 299 рублей белого цвета. Это единственная белая большая колба у Икеи. Других нет, вариантов нету. У Свардшона появилась, наконец, щетка для унитаза из хорошего железа. Здесь, соответственно, сама щетка. Единственное, вот эта вот часть, она будет постоянно. Нет, если сильно затянуть, нормально. Ну, единственное, да, резонирует. Сюда бы вот черненькую щетку, если бы Икея сделала еще. Ну, зато удобно ухаживать. Я показала весь конструктив. $490 Тофтан. Тофтан. Это который мы... Вот эти вот, знаешь, мне не очень нравятся. Они как-то не крепко сидят. Вот она какая-то косенькая такая. Вот эта уж стоит как стрелочка. Так, это лоток для кисоньки. Это не в тему. Ну что, у нас все по линейке хранения в ванной. Мы хотели немножко показать по-другому, но получилось, что собрали все аксессуары, которые есть в отделе ванной. Ну, я думаю, обзор получился полноценным и информативным. Не забывайте делать стандартную процедуру для Ютуба: лайк, подписка, комментарий не менее 4 слов. Рассказывайте, какими сериями пользуетесь вы, что нравится вам. Возможно, вам что-то не понравилось, и вы поделитесь своим опытом, он будет не менее ценен, чем наш опыт. Также можете делиться данным видео в соцсетях. Вы таким образом поможете каналу развиваться. И вы ни для кого не секрет, что наше стремление — это серебряная кнопка на Ютубе. Это первая такая, да, большая значимая ступенька. Друзья, посредники, которые точно так же работают, как и мы, неважно, с какой вы страны. Если вам видео актуально, делитесь в своих группах. Но только не тырьте, потому что эти вещи сразу видно, и мы это все пресекаем. В принципе, все. Клиенты, которые находятся в городе Саранск, не забываем, что вам доступны мои личные бесплатные консультации, если вы заказываете у нас. Если заказываете не у нас, заказываете самостоятельно в Икее, извините, бесплатно я не консультирую. Это время, его нужно ценить. Всем хорошего дня и спасибо за просмотр.